Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С Мясного Зарбаба мы продолжаем проходить игру Children of Morta. Children of Morta. Ну что же, мы с вами в прошлой серии у нас с вами не получилось пройти зону 30. Давайте попытаемся в этой серии ее пройти. Иногда вот эти вот задания с этих мобов, блин, этих NPC, оно так иногда выматывает. В итоге что не получилось. Не получилось, нас быстро грохнули там. Так, надеюсь, ты здоровая. Блин, ты серьезно, ты не здоровая? Офигеть. Ну, тогда вряд ли, друзья, мы с вами пройдем в этой серии, 100%. Надо будет тогда сейчас лечить ее. Тогда будем прокачивать других ребят. Давайте начнем с Кевина. Так, ну это вряд ли. Вряд ли мы пройдем. 100%. Хотя не знаю, может быть, Кевин, кстати, еще будет более-менее нормально. Так, бешенство увеличит урон и скорость атаки. Хорошо. Хорошо. Так, проход сразу. Так, предположим, прошли. Уже пострадали в здоровье. Уже пострадали, это прям плохо. Да, пол здоровья уже получается, что нет, да? А бешенство увеличивает вероятность критического удара и скорость атаки. Но пока оставим то, что есть. Куда пошел, иди сюда. Так, здесь пусто. Здесь пусто. Ладно, пошли сюда. Офигеть. Снова это яйцо. Так, два, да? У тебя новый уровень. У тебя новый уровень. Здесь что-то появилось, да? А, это уже было у нас. Члены семьи получают руны способности Кевина. Хорошо. Это, получается, надо будет разблокировать тебя. Да? Выйдет из тени и нанесет большой урон. Ну, давай, наверное, я уклонение прокачаю. Да, да, все-таки, наверное, уклонение. Как раз там два требуются очка. Вот вам, пожалуйста, два. Тупик. И тупик. Так, куда можно сходить? Направо. Так, ну, по-моему, у него чаще выпадает здоровье. А, направо уже сходили, все, здесь получается тоже тупик. Ну, тогда все, проход через дверь. Но здоровья мало у нас, очень мало здоровья. Не понял, что, сдох, что ли? Или он испарился? Куда он делся-то?
Ну вот, создает же, зараза, создает, сволочь. Создает. Да. Здоровья мало, вообще нифига нет. Здоровья нет нифига. Да. Это не наш вариант. Наш вариант только Люси. Но она больна. Придется опять, так сказать, ждать, когда наш Люси поправится. Сколько вы так заработали там? 2000. Вообще никчемные деньги. Вообще никчемные. Ладно, пошли смотреть, что у нас там в итоге получается. Восемнадцать. Может быть, и отцом поиграть? Давненько мы с вами за Джона не играли. Ну, давайте сыграем за него. Но это бесполезно, опять-таки. Люси только рулит. Так, ЛБ. Офигеть. Уже сразу нет нифига ничего. Обалденно. Да, я же говорю, здесь будет рулить только Люси. Иди сюда, мразь. Не, у него, конечно, может быть, удары будут мощные. Но, блин, когда он в толпе, это не помогает. Когда в толпе, это не помогает. Так, есть уровень у отца. Хорошо. Давай посмотрим, что у нас тут есть на прокачку. Так, здесь что у нас? Бойцы ближнего боя получают урон, когда Джон блокирует их удары щитом. Ну, блин, у меня с блокировкой щитов, конечно, очень плохо. Укрепляет доспехи Джон. Вот это хорошо. Давай сюда вкачнем. Так, и здесь теперь доступно. Члены семьи получают руны небесного удара для своих способностей. Что здесь получается в итоге? Джон раскалывает землю щитом у себя под ногами. Удар наносит урон ближним врагам, оглушает, отбрасывает их. Угу. Здесь основная атака Джона может мгновенно восстановить небесный удар, которым обязательно будет критическим. Допустим. А увеличит максимальную выносливость Джона. Ну, тоже предположим. Но это надо будет все пробовать. Сожалеть не о чем. Никто не в силах изменить судьбу. Опять вот эта вот фигня. Опять вот эта вот фигня. Так, а что у нас на игре, кстати говоря? А, все, понял я. Ладно, пусть восстанавливается. Да. Не вижу с этими вещами вообще. Да, сдохни ты уже. Благо, хотя бы не так много было. Уже хорошо. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, все плохо-то. Все плохо. Все очень плохо. Да неужели сдох? Иди сюда. Нет. Я же говорю, только Люся, только Люси.
Опять сон какой-то, да? Тихое сопение Люси ее успокаивало. Младшая сестренка напоминала, что быть бесстрашным возможно. Или хотя бы не страдать от бессонницы из-за мелочей. Бессонница из-за мелочей. Ну да, классно сказано. Так, ну что, пробуем еще раз. Так, что-то у нас там с Люси. Люси. 11%. Так, берем тогда Марка сейчас. Так, пусто, ничего нету. Опять яйцо. Нет, это не вариант. Это 100% Марк, это не наш вариант. Марк не справляется 100% здесь. Ну, здесь сейчас реально спасет его это повышение уровня. 100%. Так, сколько у тебя? Одно очко получается, да? Одно очко. Марк призывает магический посох, которым бьет и отбрасывает врагов на ЛБ. Ну, давай сюда вкачаем, чё бы нет. Опять-таки, когда стопка врагов... О, да ладно. Защитник. Защитник это хорошо. Да ладно. Вы всегда давно здесь. Я буду постоянно жать только посередине. Может быть, когда-нибудь попаду на удачу. Не удалось. Окей. Ох ты, нифига себе, вот это вот прям интересная вещь. Ой-ой-ой, не то. Так, очередной проход. Вот это прям хорошо. Вот это прям очень хорошо. Так, я все, в принципе, прошел, да? Да, дверь только одна. Пойдем. Да сдохни ты уже. Отлично. Так, яйцо, блин. Серьезно? Еще один уровень. Хорошо. Хорошо. Один уровень, но его девать некуда, да? Да. Надо ждать как минимум 2. Хорошо. Будем ждать 2. Будем ждать 2. Так, что у меня здесь получается? Дай пожалуйста, посмотреть. Если на атаку наносит критический удар, срабатывает кулак стража. Трупы могут... взорваться и наносить урон врагам поблизости. Ну, так себе. Так, хорошо. Да, сдохни ты, вот так вот. Отлично, молодец. Так, аптечка пусть пока остается. У меня теперь две этих, это хорошо. Thank you.
Предположим. Блин, тут вот мелочь опять, просто мелочь, которая наносит урон, блин. Так, хорошо. Три аптечки. Допустим. Так, я все, получается, прошел, да? Да. Да ладно, мы смогли с Марком дойти. Дойти до второго уровня. Что здесь? Увеличилась скорость передвижения? Ну окей, скороходы пусть будут. Ну и пошли. Мы все сделали. Что я сделал? Блин, я случайно не ту кнопку нажал. Офигеть. Я молодец. Я молодец. Так, сразу аптечка, хорошо. Before the hero... Отлично, начинается, значит. Иди сюда. Так, хорошо, ты, получается, не первый, да, у нас? Какие еще были варианты с вами? Первый когда? Здесь первый? Нет. Чтоб вас всех... Так, здоровье полное, хорошо. Так, ладно, ты не первый. А ты тоже не первый. Бляха ты муха, ты издеваешься, что ли? Офигеть. Сколько же мелких этих засранцев здесь. Офигеть, просто офигеть. А, кто-то, кстати, появился. Ё-моё. Фух. Чтоб вас всех. Ну и какой из них, блин? Я уже запутался в итоге, какой? Ты первый. Бляха-муха, не ты первый. Какой первый-то? Ты первый. Допустим, второй. Допустим, третий. Допустим, четвертый. Офигеть. Офигеть, я все прошел, блин. Я все круги ада прошел. Что это? Создает водоворот, притягивающий врагов. Ну окей. Так, что у нас там по карте? А что у нас там внизу было? А, там была дверь. Понятно.
Да ёптва налево. Сдохни. Фух. Так, предположим. Угу, щит. Ладно. Офигеть. Офигеть. Опять эти мелкие засранцы, которые я их не люблю-то, блин. Так, ну хотя бы за них дают почаще эти аптечки. Уже хорошо. Так, а что, получается все, да? Ну да, все. Да-да, пошли за аптечкой, да, и, в принципе, сваливаем дальше. У меня 5 самоцветов, офигеть. Это засранец. И опять вот эти вот боссы, мини-боссы. Да бей ты его, ну. Отлично. Так, там проход. Там, наверное, уже получается этот, на второй, на следующий этаж, да? Да, замечательно. Опа, аптечка, хорошо. Так, ну почти полное здоровье, в принципе, неплохо. Это мы уже, получается, на каком сейчас этаже? На втором, да? Это у нас на третий будет проход. Прекрасно. Прекрасно. О! О, нифига себе! Теперь пацан автоматон, да? К удивлению Бексона, враг врага оказался очередным маленьким автоматоном. Да бей ты его уже. Ну вот и все. Так, здесь что? Не, пока, наверное, оставить, что-то бежим возьмем. Этого малыша не дала та же человеческая тоска, что и машина, которая осталась дома. Это не могло быть совпадением. Так, автоматон спасен, прекрасно. У него, получается, парочка у них появилась. Хорошо. Да ёпта, налево. А ты откуда взялся-то, слышь ты? Бей, бей, бей. Давай, 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 давай. Отлично, красавчик. Так, наверное, пока оставим. Сейчас скоро закончится атака, поэтому добежим, потом возьмем. Иди сюда. Иди сюда, мерзость. Давай, 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 давай. Яйцо, яйцо, яйцо мочи. Засранцы мелкие. Вот я вас, ненавижу, блин. Я вас реально ненавижу.
Так, блин, пол здоровья, офигеть. Оттяпали мне пол здоровья, блин. Так, у тебя там было повышение, по-моему, да, уровня. Два очка. Два очка. Давайте думать, куда лучше их вложить. Барьер Атмана становится прочнее. Марк носит больший урон. Числа убитых. Шанс, конечно, маленький. Ну, вот расстояние, в принципе, тоже полезная вещь. Ну ладно, давай тогда сюда пока вкачаемся. Что в итоге получает? Когда член семьи наносит много ударов по врагам, Марк приходит на помощь и использует карающий кнут. Перезарядка 3 минуты. Окей. Марк подпрыгивает в воздух и раскалывает землю у себя под ногами. Удар наносит ближайшим врагам урон и оглушает их. Окей. Очищение. Наносите дополнительный урон любым врагам Марка с отрицательными эффектами. Окей, ладно, хорошо. А, так подожди, у меня было 3, что ли, очка? Серьезно, я могу что-то еще вкачать. Ну, давай попробуем вот это вот, хотя я особо сильно не пользуюсь этим. Попробуем. Неплохо. Неплохо. Так, здесь проход очередной. Так, давай, наверное, я использую самоцвет. Выпускает мощный импульс, отталкивает от себя врагов. Возьмем тебя на всякий случай. Так, предположим. Засранец, иди сюда, блин. Сволочь. Убегает. Так, очередная битва получается, как это будет, да? Найти врага, который не просто не нападает, но уже побеждает, для Бергсонов было в новинку. Друг ли нам враг нашего врага? Так, ну неплохо. То есть какой-то есть еще новый друг. Да, ударь ты его. Так, тупик, тупик. И тут тоже тупик. Ох ты, не туда, да? Тут надо еще как-то рассчитывать, тут получается правильно. А что ты не сделал ничего? Вот это сейчас был поворот, блин. Опять я без жизни остался. Иди сюда, мразь. Ну давай, быстрей. Так, временно ускоряет накопление ярости. Кристалл потемнел, но Бексоны помогут ему засиять вновь. Сейчас поможем. А, у меня нифига здоровья нет, не поможем. Я представляю, сейчас будет опять будет бойня. Да?
Ну да. Все, что ли? Так, с тотем замедляющий врагов. Ну пусть будет. Тотем замедляющий врагов. Так, предположим. Везде побыли, да? Только осталось наверх сходить, посмотреть. Там тут что-то было такое интересное. Библиотека. Так, конец паломничества теперь есть в разделе кодекса «Разные сведения». Здоровье. И деньги. Так, ну неплохо. В принципе, получается, мы с вами все здесь посмотрели. Давайте сразу перемещаться. У нас с вами 5 самоцветов. Офигительно, это круто. Это круто. Что у тебя тут есть? Дает эффект случайного обелиска Морты. Здесь... спутник, который сражается на нашей стороне, вот это, кстати, полезная вещь, поэтому я потрачу. Так, здесь выпускает мощный импульс, отталкивает от себя врагов. Так у меня такой уже стоит. Повышает шанс критического удара. Но это талисман, который, в принципе, потом закончится, да? А птичку брать я не буду. Вот сыграть бы с ним, вот я не знаю. Я думаю, пока нет, потому что он, в принципе, еще... впереди третье подземелье. Так, последняя получается зона. Ну, как я вот эти вот не люблю. Неплохо. Так, это у нас уже с вами было. Слева Энайраха и Бошра, сын и невеста. Справа горный бог, отец, охваченный за тайной ревностью. Кто из них кто, фиг поймешь. Но когда угроза решил стать сам Гин... когда появилась угроза, Гин ее истреблял. Понятно. Полезно ничего не дает, только какие-нибудь события, да? История, так сказать. А вот то, что аптечки не дали, это плохо. А создает тотем, отстреляющий по врагам вокруг себя. Окей, ладно, давай так возьмем его. Ах ты, ё-моё. Да что ж, вас тут много так, блин. Офигеть. Так, возьмем пока тебя. Ах, яйцо опять, да? Так, ну неплохо. Хорошо, неплохая вроде как замена. Посмотрим. Что это такое? Белого странного снова хочет сыграть в кошки-птички. Поймайте загадочное пернатое создание, пока оно не скрылось.
В смысле, блин, поймайте. Блин, вот только мне сейчас ваших пернатых созданий тут не хватало. Она спешила все дальше в глубины. Офигеть! Дальше она стремилась. Куда, бляха-муха, дальше-то? Слышь ты. Ага, она исчезла, да, класс. Да, тут за таким не успеешь, блин, созданием. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, здоровья нифига нет, офигеть. Ха-ха, здоровья нет, все, пипец. Полный пипец. Ё-моё. Так, ну надо как-то здоровье. Да, конечно. Ага. Сейчас, блин. Сволочь. Так, ну здоровье, конечно, есть, но оно ушло все в никуда, блин. Можно сказать, что его вообще нет, этого здоровья. Я прям на грани. Я прям реально на грани, блин. Офигеть. Ну и как долго с ним тут протянем? Так, он где-то там застрял. Ну ладно, фиг бы с ним. Фиг бы с ним, мне бы сейчас бы здоровье подправить, но что-то как-то тут... Здоровьем-то не пахнет, тут еще главное... О-о-о, да. Ох ты, ёшки-матрёшки. Так, а здоровье-то никто не дал, да? Здоровье-то никто не дал. Да уж. Офигеть. Ну как бы да, должен, получается, по идее, здесь должен быть его догнать. Но я бы не успел. Не, можно было, конечно, его догнать, то есть тупо бежать вперед, да и все, на всяк начихать. И тогда было бы все хорошо.
Опа! Да ладно, живой. Я до сих пор еще живой. Серьезно? Офигеть. Да бей ты его уже, ну. Еще одно яйцо? Ты издеваешься, что ли? Офигеть, я реально на грани. Я прям на грани, конкретно грани. Счастливый талисман. Неплохо. Так, ну я тем временем, смотри, получается, накопил пол здоровья, офигеть. Иди сюда, утырок, блин. Засранец. Так, ну что, получается, я тут все прошел, посмотрел. Звездюли пополучал. Надо теперь уходить отсюда. Восполнять здоровье, так сказать. Да, уж испытание, блин. Так, что у нас по карте-то в итоге? Только сюда сейчас пока путь. Да ладно. А попасть я-то сегодня буду, нет? Ой, это-то-то. Опять нифига нет здоровья. Опять нифига нет здоровья. Бляха-муха, только тебя сейчас тут не хватало, блин. Что здесь? Когда бешено подошел к столу, где-то вдалеке раздался смех. А, божественный понг. Да попади ты в него, пожалуйста. Офигеть. Есть. А, зараза. Отлично. Так, три раза, по-моему, надо его выиграть было. Ай, ёшки-матрёшки. Да ладно. Не все что ли? Слышь, ты понг божественный, блин. Я не понял, сколько тебя-то надо, блин. Вот и все. Отлично. Победа есть? Отбрасывают врагов. Ну окей. Так, РБ, РТ, ЛБ, ЛТ способность. Вернее, суперсила. Ну окей, пошли отсюда тогда. Так, очередной проход получается. Куда? К боссу? Здоровье-то не полное.
Возьми аптечку-то. Молодец. Ох ты, бляха-муха. Засада. Да сдохни ты уже, блин. Я опять без здоровья, офигеть. Блин, ну остался у меня один самоцвет, я не хочу его тратить. А, вот, пожалуйста, есть самоцвет, хорошо. Так, здоровье есть, предположим. Но его мало. Его просто катастрофически мало. Бляха-муха, опять яйцо. Опять яйцо, чертова, блин. Я тут восполнял только здоровье себе, блин. И опять яйцо. Так, все, тупик получается, хорошо. Стоп. Отлично. Опа! Офигеть! Да ты издеваешься, что ли? Офигительно. А, ё-моё. Так, чёртова кристалла, да? Ну, ударь ты его, хорошо. Ё-моё, блин. Офигеть, вот это он бьет. Ёшки-матрёшки. Да все, это хана. Это стопроцентная хана, блин. Ну, дай мне немножко здоровья-то, ну. Сволочь. А, еще и получил, блин. Предположим. О, не-не-не-не-не-не. Ваши кристаллы, пожалуйста, убирайте нафиг. Офигеть. Ну все, в принципе. В принципе, все. Вот такой у нас был с вами заход. Неплохой, почти дошли опять-таки до босса, но босс опять-таки не увидели. Сложно, сложно. Но это уже почти финал получается. Остался только третий дух и все. Два маленьких стоматона были связаны. Но еще одного только предстояло найти. Еще одного? Их, получается, трое было, офигеть. Так, Люси больше не страдает, это хорошо. В следующий раз мы с вами, получается, будем использовать Люси для прохождения
подземельям. Ну а на сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочки под видео. С вами был Азербабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.